Honda Civic 2001 года. Сегодня я буду менять ксеноновую лампу. Вот на этой фаре у меня перестало работать. Я периодически их меняю. Горят почему-то они не вместе, а по отдельности. Так. Ну, вот это, конечно, непорядок. Видите, немножко на коллектор съехало. Это непорядок. Утепление, я имею в виду. Чтобы поменять на ксеноновую лампу здесь, обязательно нужно снять аккумулятор. Давно уже не скрывал, наверное, месяц. Сейчас все это буду делать. Снимаем. Откручиваем клеммы. Минусовую. Вот она, минусовая клемма. Чтобы соблюсти технику безопасности. Чтобы никакого искрения не произошло. Ничего. Вот так вот. Как видите, клеммы я уже поставил свои здесь. Потому что родные, у них диаметр более маленький. Вот этого. Аккумулятор у меня уже российский стоит. Поэтому клеммы бронзовые, скорее всего. Так, чтобы не портить их, не снимают уже у нас свинцовые наконечники, обычно они портятся. Поэтому я откручиваю вот эти вот болтики. Что это такое? Так и норовит на место встать. Так, сюда вот сложил болтики. Теперь отворачиваем крепеж. Эту планку я уже неоднократно красил. Она вообще рассчитана на аккумулятор высокий и узкий. Вот здесь вот видите, даже специально, чтобы здесь вот загиб и вот этот был загиб. Я разогнул и адаптировал, как говорят. Адаптер сделал к нашему российскому аккумулятору. Делать надо, уже месяц вожу вот эту вот лампочку. Ну, дождусь, когда оштрафуют меня. Решил сегодня все-таки заняться. Вытащили. Кстати, аккумулятор надо почистить. Давно говорю, уже не руки все не доходят. Вот сама фара, в которой стоит ксеноновая лампа. Открываем. Так. По-моему, она как-то тут поворачивается. Уже не раз делал, но все забываю. Хотя нет. Здесь вот прям видно. Вот она. Вот видите, болтик. Вот еще раз поближе. Вот он болтик. Его надо открутить. У меня там завернут плоский саморез. Поэтому я взял отвертку плоскую. И отворачиваю. Надеюсь, видно будет. Покажу сейчас поближе. Саморезик такой автомобильный, обыкновенный. Вот тоже кладу его, чтобы не потерялся. Здесь вот в стоечку. Так, и что? Вот так вот. Видите, насколько повернул? Вот, чтобы было лучше видно, вам покажу. Вот настолько повернул. И теперь раз. И вот он наш механизм. То есть не просто открутить и сорвать, а надо еще немножко повернуть. Все очень надежно, плотненько. Так, теперь вытаскиваем сам цоколь. Если честно, подзабыл я уже. А, вот тут скобочки. Вот они, скобочки. Вот одна скобка. Вторая скобка. И вот мы вытаскиваем вот она, наша вот эта вот штука, цоколь, а вот эта лампа, ее тоже нужно повернуть, сейчас увидите. Вот видите, вот эти усики, они входят
сам цоколь. По-другому ставить лампу сложно, но я на всякий случай запоминаю, что как бы вот этот верх и вот это, вот эта штука, они должны совпадать, вот когда вставляешь вот так. Ну, чтобы перевернутую не ставить. То есть вот эта лампа у меня не работает. Берем новую. Взял я новую лампу. Купил здесь у нас в Барнауле. И на сегодняшний день, уже не на сегодняшний, а месяц назад, по-моему, я дал 250 рублей. Вот такая вот лампа. Цоколь D2R-5000. Ну, это яркость 5000К. Видите, как она упакована аккуратно. То есть эта лампа не любит грязи. Сходил, руки даже ополоснул. Тут пока копался. Вот так вот она отворачивается. Вот так вот. Видите, я ее специально не снимаю с нее вот этого поролона, чтобы не хватануть. Вот, и пытаюсь вставить опять же вот этой вот штукой верхней, вот этой верхней, ну, не знаю, что это такое, электрод какой-то. Вот, вставляю так, как было. И поворачиваю. Все, она на месте. Теперь не притрагиваясь, как бы не притрагиваясь. Вот так вот. Сейчас я попробую включить. Работает? Нет. Забыл нюанс. Аккумулятор-то вытащен, и я не могу его так проверить. То есть, ну, будем надеяться, что она целая, потому что я ее вытащил с упаковки. Сейчас устанавливаем на место. Нет аккумулятора, чтобы включить свет. Поэтому, видите, вот эти вот зажимчики. Вот они. Все, вставляю на место. Поближе сейчас попробую. Так вот, вставляю на место. Там на самой лампе, вот я старую лампу взял, видите, вот эти прорези, и по-другому их ни туда, ни сюда не вставишь. Поэтому, когда вставляю, вот эти прорези попадают в выступы на самой блок фаре. Вот так вот. Опа! Раз, одел вторую. Так-то просто. Так. Все. Теперь она не выпадет. Вот видите. Одеваем чехол на место. Сам чехол. Раз. Так. И вот эту штуку нужно повернуть. Очень жестко, то есть плотно заходит, поворачивается. Поэтому приложить усилия надо будет хорошие. Закручиваем на место саморез, который я выкрутил. Не помню, этот был саморез или нет. Может быть, когда выкручивал в прошлые разы, потерял. Не могу сказать. Ну, подходит сюда идеально. Вот так вот. Саморез, вот это все плотненько. Все. Ну и все. В принципе, ставим сейчас на место аккумулятор. Старую лампу сюда сложим. Еще раз напоминаю. Лампа с цоколем D2R. Ну а вот эти 5000, 4000, это может быть у каждого индивидуально. Ну, то есть у кого-то 3000 даже. Лампа, естественно, китайская. Такая более-менее классная лампа стоит под 2000. Мне пойдет за 250. Ставим на место аккумулятор. Конечно, тут место, опять же говорю, для японского тоненького аккумулятора 35-го или 40-го. У меня здесь примостился 65-й, наш тюменский. Спасибо.
Это не Honda работает, это УАЗик. Так что, а то подумайте, что я только подключил аккумулятор, и у меня машина завелась. Так, проконтролирую затяжку. Здесь обязательно вот так вот прикрываю, плюс, куда он не деется. Ну и планку ставим. Планку я установил, вот эти прокладки, это еще раз повторюсь, для того, чтобы аккумуляторы японские, они повыше и поуже. Поэтому я подкладки вот такие делаю. Все, крепко. Теперь можно и попробовать, как у нас горят фары, так сказать. Сейчас посмотрим. Включаем зажигание. Включили фары. Что у нас тут? Отлично. С этой стороны отлично. Все работает. Можно двигаться. Да и теперь, вернее, ГИБДД не страшно. Меняйте ксеноновые лампы на Хонде. Ну все, всем пока. Меняйте. Кому интересно, смотрите. Ставим лайки, не забываем.